мы отправились на автополигон, где проводился краш-тест вот этой треугольной накладки. В брюшную полость манекена эксперт закладывает кусок пластилина, который имитирует внутренние органы ребенка. Внимание! Скорость 50 км в час. Лобовое столкновение. Увы и ах, данная накладка не защитила ребенка. Пластилин практически вдавился в позвоночник манекена. А потому автокресло, по словам экспертов, все-таки надежнее. Главное правильно его подобрать.